Друзья, сегодняшний выпуск особенный. Вы спросите, чем? А это 10-й юбилейный выпуск лучших моментов сеткакап. Поехали! Сейчас обратите внимание, принять такие удары ну просто без шансов. Насколько же тончайшая работа. Мяч буквально скользит по столу. Тройка лидеров прямо сейчас. Уже ни для кого не секрет, что эти игроки попадают в топ. Поэтому без долгих объяснений, коротко и ясно. Третье место – Коля Корниенко, Миша Желобак. Знаешь, что эти два игрока хорошо дружат между собой? Может, именно эта ментальная связь помогает им разыгрывать такие потрясающие розыгрыши, чтобы попадать уже второй выпуск подряд в лучшие моменты? Михаил Мосик и Алексей Рыбка на второй позиции. Но при этом первый розыгрыш нашего топа вызывает именно восхищение. Женский, но при этом такой мощный. Ну или как написала сама Лена на своей страничке в Instagram, самый долгий розыгрыш в моем житті. Эмоции не передати. Победителями нашего сегодняшнего топа стали Ирина Моцик и Елена Налесниковская. Признаться честно, к этому выпуску я отношусь с особым трепетом, так как он юбилейный. Спасибо, что смотрите нас уже 10 выпусков подряд. А те, кто только присоединился, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь и добро пожаловать в нашу дружную семью Сеткакап. С вами была Яна Михайлик и увидимся в следующих выпусках.